Я здесь зайца нашел на дороге. Мы окажем помощь ему. Его, скорее всего, кто-то ранил. Машина приезжала. Он и умирает, скорее всего. Сейчас посмотрим, что с ним. Зарезать жалко, оставить тоже жалко. Вот оно. Я что-то не вижу, чтобы следы где-то его стукнули. Посмотрим, поймать его. Я его фонариком ослеплю, чтобы он не дергался. Да все вроде нормально с ним. Но он больной, по крайней мере. Ничего, нормально. Не знаю. Вот с дороги уберу. Да. Надо. Вот здесь положим зайчика. Вот так. Наша служба опасна и трудна. Охота на зайчика. Вот он уже не жилец. Он уже не жилец. Его кто-то, скорее всего, стукнул. Да. Шашлык. На шашлык пустить. Что делать зайчиком? Хилый такой. Убег. Зайчик. Они тут пасутся их валом здесь, на этой местности. Бегают они. Сейчас не видно. Давай, косолапый. Чем смог, тем помог. И хорошая новость. Вот я возвращаюсь. Зайчик наш, он, короче, убежал, встал на ноги. Я сейчас видел, он как в кусты забежал. Отсюда не видно.
Ну, соскочил наш заяц. Ушел он. В кусты сюда. Хорошая новость для меня, я очень рад этому. По крайней мере, я думаю, если бы я вовремя не подъехал бы туда, вот эта машина, которая проезжала, она бы его задавила. Ну, это очень хорошо. Я рад за это. Не забываем подписываться на канал, кому что понравилось. Жизнь продолжается. Но буду рад узнать ваше мнение насчет этого ролика. Пишите комментарии. Всем пока, удачи!